Всем привет! Это канал Queen Surprise. Новый год с каждым днем приближается, и сегодня у нас шикарный тематический выпуск, посвященный обалденному мультфильму «Тачки». Откроем с вами разные сюрпризы, в том числе большой адвент-календарь. Будет точно интересно, поэтому скорее подписывайся, ставь лайк и поехали! И начнем наш микс. Пластиковое яичко от Confitrate, 3D-игрушку внутри обещают. Надеюсь, без наклеек. Угу, конечно, без наклеек. Вкусная пастила. О-хо-хо, вот это вот мелкие наклейки, это моя боль просто. Их так сложно наклеивать. Вот они. Вкладыш. В коллекции 11 машинок, и нам попалась самая маленькая Салли. Молния Маккуин в нее влюблен был. А вот, собственно, и он. Так, колеса у нее отдельно почему-то, они не крутятся. Ну, сейчас наклеим. И получилась у нас вот такая вот Салли. Конечно, с наклеечками она прикольно выглядит. Прям на себя так похожа. Но совсем миниатюрная. Значок Porsche это отдельно эпопея наклеить. Малипучку эту. Ну вот, если бы их не клеить, то мне игрушечка понравилась бы. Следующее, откроем прозрачное яйцо в сетке. Там игрушка Трансформер. Всего в коллекции 4 яйца Трансформера. Вот они. О, уже открывается сразу. Так. И нам мэтр попался. Сейчас еще тут осталось его перевести в божеский вид. О. Так, у меня уже тут что-то отвалилось. Интересно, так и должно быть, или я что-то сломала? Во. Колеса не крутятся, но зато нет наклеек. Мэтр как рыбка поплыл. Или как это, как гусеница. Ну, немножко он не похож на себя. Особенно зубы. А мультики у него поприкольнее не выглядели. Нет, вот эту вот заднюю часть я не могу. Следующий сюрприз в пакетике. Здесь коллекция колесная. Кстати, прикольная коллекция. Мы все пытаемся светящееся колесо найти. И здесь не просто колеса, в них еще можно поиграть. Видите, тут инструкция. А сами колесики, они разного диаметра, с разным протектором, разного цвета. И вот есть раздел со светящимися колесами. На каждом персонаж изображен из мультика. И еще у каждого раздела своя характеристика. Отскок и скорость. Ну, это для игры пригодится явно. Хочется мне мэтра. Да? Так. Да ладно, вы представляете, нам повторка попалась. Их же такая куча, и нам попалась повторка. Ничего себе, но он все равно классный. Блестящее такое колесико полупрозрачное. Зелененькое. И персонаж нам Рамон попался. Здесь он в разделе фиолетовый. А у нас он зелененький. Вот у него, гляньте, какой отскок. Он скачет хорошо, а скорость у него немножко не очень. Прыгает, да, как попрыгунчик. Разнесла тут все этим колесом. Следующее мы откроем, это игрушка, ее видно, кто нам попался. Нам попался Поршняк Буст, почему-то Поршняк не подписали. Это лидер банды стритрейсеров. Сейчас мы его выковырим. Ой, вот, тут все полноценная игрушка, колеса крутятся, гляньте, какой он классный. Ничего себе, у него тут турбины с пламенем, что ли. Огромный спойлер. Он колесит по Америке и задирает всех на своем пути. В общем,
Задира он. Прикольная тачка. Было бы прикольно, если бы еще инерционный механизм сделали. Соли такая малышка по сравнению с ним. Следующий сюрприз в коробочке. Печенье в форме грибочков. Сюрприз внутри. С праздником написали, от себя добавлю. Естественно, с наступающим Новым годом всех. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Впереди классные выпуски ждут. Так, а тут нас что ждет? Ага, вот мы добрались. И это наклейка объемная. И здесь нам попался молния Маккуин. Прикольно. Посмотрим. Печеньки. Печеньки. Что-то я не хочу их пробовать, если честно. Какие-то они уже не очень. А пахнут, кстати, еще нормально. Приятно. И большая раскраска вот такая. Даша тут уже изнылась, еще одно колесо хочет открыть. Открываем. Сразу достанем. О, может быть, это светится, которая? Ну-ка, ну-ка. И да, нам светящийся попался. Вот он, Рот Редлин. У него отскок 3 звезды и скорость 4 звезды. Да, гляньте, какой шустрый. У него такой протектор пупырчатый. Пошлите смотреть, как он светится. Круто, светящееся супер редкое колесико. Следующий сюрприз в коробочке от Sweetbox. Такая коллекция из 6 персонажей. Посмотрим, кто там нам попался. Мармеладки. Это не мармеладки, это пастила. Вот такая вот она с звездочками. Пастила прям зачетная. Жалко, что мало. Открываем. Так. Наклейки. Ну ладно. Нам попался... Мощный, где мой дрын? Молния Маккуин помогает своему другу Мэтру завоевать титул чемпиона по рестлингу. Прикольно. О, ну хоть глаза такие подбитые, по-моему, уже у него глаза попухшие. Сейчас наклейки наклеим. И вот такой вот мощный Макдрын получился. Это он, помогите, бедный, избитый, колесики большие, крутятся, ничего так, конечно, минус ставлю за эти наклейки. Следующий сюрприз в пакетике, слайм слизь, сюрприз внутри, обещают. Сейчас посмотрим, что там. Ой. Что там за слизь? Если... О, ничего себе, это что там за гора колес? Красный слаймик. Ой, такой прикольный, холодненький. Прикольные соплюхи. Яркий такой. У меня другой вопрос. Нафига столько колес? Из них бусы, что ли, делать? Наклеечка. Походу, Крус Рамирес. Давайте откроем, посмотрим. Или это шармики для слизи? Ну, тогда бы сразу они добавили туда. Да, если бы это для слизи было предназначено. Потому что, ну, прям колеса. Забавно, конечно. Вот так. Пошлепать тебя. Если у кого-то вдруг не хватает колес, обращайтесь, у нас их теперь много. Так, эту штучку давайте посмотрим, что это, наклейка. Вся в этой слизи.
Нет, это просто кусочек пластика. Тоже как шармик, наверное, можно слайм использовать. Давайте еще с вами наклеечки поклеим. Это вот еще одно яйцо. Как мы помним, там сюрпризы с наклейками. А то что-то прям соскучилась по наклейкам. Да ладно, это что такое? Ну, с одной стороны, я рада, не нужно их снова лепить. В общем, нам еще одна сталь попалась. Ну, тогда давайте еще один трансформер посмотрим. Здесь нам кто-то черненький попался. Так, яйцо. О, какие глаза злые смотрят уже из капсулы. Так, колеса. Поняла, как отковыривать остальное. А, вот он как-то тут смещается. Тоже колеса. Спойлер. И это у нас гонщик под номером 20. Джексон Шторм. Высокотехнологичный гонщик нового поколения, обладающий уникальными характеристиками. Вум-вум. Этот, конечно, мне больше нравится, чем гусеница Мэтр. Еще одну коробочку со странными грибочками откроем. Что там за наклейка нас ждет? Так, раскраска интересная такая же. Да, абсолютно такая же. И наклейка такая же. Как-то неинтересно. И такие же говёные грибочки. Хотя, повторюсь, пахнут они прям аппетитно. Но есть мы их точно не будем. По сроку годности они не просроченные. А теперь мы с вами посмотрим Кинга. Он многократный победитель соревнований за кубок поршня. Такой вот он. Гляньте, ну такой спойлер интересный. Сзади Динека написано. Он под номером 43. Раритетный, конечно, такой автомобильчик. Хорошего качества, мне нравится. Но это не металл, это пластик. И снова я соскучилась по наклейкам. Давайте посмотрим, кто здесь нам попался. Что это там? О! Еще один нам монстр этот попался. Наклейки. Поближе вкладыш выглядит. И это кувалда Мэтр, любитель. Мэтр преуспел в этом виде спорта. У него как будто бы реснички. Сейчас наклеим. И вот так он выглядит с наклейками. Ну, прикольный. Гляньте, у него даже крюком сделали. И цепь как будто бы намотана. Ну, реалистичный прям. Конечно, скажу еще раз. Он так быстро ездит, прям шустрик. Конечно, минус наклейки. Добрались мы до коробочки с игрушкой. Вот такая вот коллекция. Мы выбрали молнию Маккуина. И это игрушка-трансформер. Сейчас мы его оттуда достанем. Так, что же там? Такие ножки забавные. Вместе весело ходить по просторам. Прикольный. Мне нравится уже. Так, осталось еще найти, куда это... А, во! Вот тут ручка. Так, тут ручка. А, я все поняла. Лего. Да. Леди Баг. Это как в Лего Леди Баг по три руки везде клали, так и тут нам положили три руки. Одна запасная, видать. Ноги надо переставить.
чтобы машинка получилась. Вот так вот. Все это дело фиксируется. И молния Маккуин превращается в машинку. Колеса здесь крутятся. Это здорово. Но если вдруг на колесах он не может кого-то догнать, у него появляются ноги, и ноги через уши побежали догонять. Прикольная машинка, мне нравится. Паркуемся. Наконец-то мы дошли до адвент-календаря. Здесь 24 окошка. Нужно его, конечно, каждый день по правилам открывать, но мы нетерпеливые, поэтому мы сейчас все с вами раздербаним и посмотрим, что там нам приготовили. Ну, точно приготовили, видимо, вот эти машинки будут. Какие-то будут сделаны моделькой, а какие-то будут брелочками сделаны. Так, давайте пленку снимем. Блеска, конечно, не убавилась. Ищем первое окошко. О, вот оно. Так. Выковырить. Ой, нам сразу игрушка попадается. Здорово. Так, выковыривайся. Ой, какой он хорошенький. И это нам попался Гвидо. Маленький итальянский грузоподъемник. Он работает на Луиджи. Хорошенький такой. И его можно как брелочек использовать. Хотя он и как фигурка тоже стоит. Колесики у него не крутятся, к сожалению. Но качество очень хорошее, мне нравится. Второе окошко открываем. Ток-ток-ток, что тут за сверток? Ух ты, с бумажечкой. Давайте бумажечку посмотрим. О, тут даже все нарисовали, показали. И это браслет на руку. Мягкий такой, знаете, который потом форму запястья принимает. Это вот коллекция какая. И нам, кто нам там попался? О, прикольный, слушайте, он такой резиновый. Disney Pixar, все, лицензия. Здорово. И тут у нас изображен Джексон Шторм. Давай ручку твою. Проверяем. Ну, прям для детской ручки. Здорово. Под номером 3 открываем окошко. Тук-тук. Здесь нам попались такие вот голографические наклейки. Прикольные, слушайте. Мне пока прям очень нравится календарь. Вот, давай, открываем. Так, Disney Pixar отрываем. Что это за волшебная палочка какая-то нам попалась? И... Ребят, это карандаш простой. Представляете, с принтом тачки. Карандашик. Под номером 5. Тук-тук-тук. И это нам жетон попался на цепочке, на цепочке. Вот такой вот он, с молнией Маккуином. Металлический, что ли? Принт, конечно, тут подхрамывает. Как-то нечетко. А, это браслетик. Да, браслет с металлическим жетоном. Прикольно. Ага, под номером 6 открываем. О, и тут как раз за изображением Джексона Шторма он и прячется. Он тут на подставочке. Что-то у него какие-то колеса пошкрябанные. Как-то они не очень, как будто резина пожеванная у него. Ну, наверное, уже не одну гонку отмотал на этих колесах, никак не поменяет. В целом, неплохая фигурка. Очень похож на себя. Я вам сзади не показала, как адвент-календарь выглядит. Вот 7-е окошко.
что у нас там? Ага, а здесь у нас значок. Ну, Джексон прям звезда, везде он. Сам значок пластмассовый, иголочка металлическая. Ну, значок такой прикольный. На рюкзачок. Снизу у нас 8-е окошко. Что же там у нас? О-о-о! Еще один жетон. Холодненький. Тоже он металлический, представляете? Ничего себе. Прям как военный жетон. И здесь это уже цепочка на шею с молнией Маккуином. Открываем 9-е окошко. Так, опа, вообще неожиданно, это что такое? Резиночкой ребята, это шнурки, ничего себе, шнурки с тачками, вот это крутяк, прям для настоящих поклонников этого мультика, здорово. Правда, почему-то один шнурок, может, конечно, нам еще один попадется. Вот оно, 10-е окошко внизу. Там, по-моему, будет фигурка. Доставайся. Да, тут брелочек. И здесь нам попалась Крус Рамирес. Она большая поклонница молнии Маккуина. Она, кстати, потом, по-моему, в третьей части, да? Я уже плохо помню. Она победила. Ну, здорово, качество неплохое, очень похоже на себя. Здесь диски и колеса уже поприличней выглядят. Классненькая. 11-е у нас тоже внизу окошко. О-о-о! Это что, скотч что ли? Да, ребят, это скотч с тачками. А точнее с молнией Маккуином, видите его номер. Ничего себе! Вот это я понимаю. Полное обмундирование тачками. Следующее, 12-е окошко. Так. И здесь попался ластик с молнией Маккуином. Будем вот этот карандаш стирать ластиком. 13-е. О, с машинкой. Тоже желтенькая. И нам попался Луиджи, милейший Фиат 500, 59 года выпуска. Дружелюбный эмоциональный итальянец, владелец магазина, кстати. И он носит шиньон. Колесики не крутятся. Следующий номер 14. О, а тут значок. И нам попался значок с Крус Рамирес. Следующий под номером 15. Так. Тоже жетончик здесь. Тоже с молнией, но уже другой жетончик. Так вот он. И рядышком с 15 у нас 16 номер. И тут... О! Да, тут у нас молния Маккуин. Прикольно. 17-е окошко. О, вот они, вторые шнурки нам попались. Ну все, теперь можно на ботинки их одевать. Главное, качественные такие, широкие. Сюрпризы, конечно, очень разнообразные. Следующее, 18-е окошко. Что-то оно не хочет открываться. И что у нас тут? О, здесь значок с молнией Маккуином. Он сам тоже пластиковый, а крепление металлическое. 19-е окошко. О-о-о. Ничего себе, точилка. Какая интересная. Точилка с изображением Джексона Шторма в виде колеса. 20-е окошко. О, машинка!
Нам старина Мак попался. Ой, он классный. Мне прям нравится. Прям такой детализированный. Это трейлер. Он друг Маквина. Он его на соревнования перевозил. Если увидите у кого-то такой брелок на сумке, это значит я иду. 21-я кошка. Поковыряем глаза. Молнии. И тут. Здесь попался еще один значок с молнией Маквином. 22-е окошко. О, еще один браслет тоже с молнией. Прикольно. Здесь он теперь черный с обратной стороны. Предпоследнее окошко, 23-е. Так. О, что это такое? Так, здесь у нас как карабинчик и, наверное, тоже как брелочек с молнией Маквином. Тут он металлический. И последний сюрприз на сегодня, 24-е окошко. И тут нам попался молния. Вот такой вот он красавчик на постаменте. Тут тоже колеса у него получше выглядят. Ну круто, я довольна адвент-календарем. Смотрите, а чтобы рисунок был почетче, тут оказывается пленочка. Ты ее снимаешь, и совсем другое дело. Тут смотрите тоже. Ну, смотрите, сразу совсем по-другому выглядит. Вот такие тачки не только нам сегодня попались. Тематический выпуск удался на славу. Мне больше всего понравились Гвидо, Мак, Кинг и Кувалда Мэттер. А тебе кто понравился, напиши в комментариях. Если понравилось открывать с нами сюрпризы, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного новогоднего настроения. Пока-пока!